гуляя в Базеле по берегу Рейна, подошли к музею Жана Тенгли. Он открыт в 1996 году и содержит большую коллекцию кинетических скульптур этого художника. Кроме того, в музее проводятся временные выставки современных художников и скульпторов. Перед музеем в фонтане установлена одна из работ Тенгли. Подобное произведение мы видели сегодня в Базеле, в фонтане Тенгли, недалеко от церкви Святой Елизаветы. Старый биплан, прикрепленный под потолком вниз головой. Во время нашего пребывания здесь проходила выставка работ Владимира Татлина. Выставка проходила под девизом самого Татлина «Новое искусство для нового мира». Он известный русский и советский живописец, график, дизайнер и театральный художник. Он один из крупнейших представителей русского авангарда и основатель конструктивизма. Экспонаты для выставки предоставили российские музеи. Автопортрет. Портрет художника Фабри. Модель. Матрос. Автопортрет. Отражает эпизод из жизни Татлина. Лежащая натурщица. В этой картине отмечают влияние и Сезанна, и кубистов. Композиция с обнаженной. Продавец рыбы. Мясо. Череп на раскрытой книге. Создано Татлиным в год его смерти. В 1913-14 годах Татлин начал экспериментировать с композициями на стыке живописи и скульптуры. Он называл их контррельефами и говорил, что в их основу были положены материал, объем и конструкция. Выразив недоверие глазу, он ставил глаз под контроль осязания. Живописный рельеф. Первая дата – создание, вторая дата – реконструкция по сохранившейся фотографии давно утраченного произведения художника. Еще одна современная реконструкция рельефа Татлина, сделанная по фотографии. С 1915 года Татлин создает свои рельефы не на плоской основе, а в пространстве, монтируя их в углу между двумя перпендикулярными плоскостями. Еще угловой контррельеф. Свои работы Татлин выставлял, в частности, на выставке 0-10, что означает 0 осмысленных предметов и 10 художников-участников. Еще афиша выставки, где экспонировались также и работы Татлина. Проект памятника Третьему интернационалу в виде башни. Татлин создал его в 1919 году, а в 1920 он изготовил уменьшенную модель памятника. Первоначальные варианты конструкции воссозданы в 1987 году. Высота башни Татлина должна была достигать 400 метров. Несущая металлическая конструкция была вынесена наружу, а внутри, в гигантских объемах, предполагалось разместить учреждения Коминтерна и других руководящих органов. Эти гигантские объемы подвешены внутри башни, один над другим. Куб, пирамида, цилиндр и полусфера. Куб делает один оборот в год вокруг вертикальной оси, пирамида делает один оборот в месяц, цилиндр делает один оборот в сутки. Фотография запечатлела создание макета башни памятника. Афиша о выставке макета памятника Третьему интернационалу. Любопытная формулировка. В день открытия состоится художественно-политический митинг. Чертежи памятника башни носили самый общий характер и не сопровождались расчетами. Модель памятника была представлена на международной выставке декоративных искусств в Париже в 1925 году, и его концепция вызвала большой интерес. Башня Татлина стала одним из самых значительных архитектурных проектов XX века. Татлин также был увлечен созданием индивидуального безмоторного летательного аппарата, приводимого в движение мускульной силой человека. Татлин назвал свой аппарат «Летатлин». С 1929 по 1932 год было построено 3 экземпляра. Длина фюзеляжа была около 4 метров, а размах крыльев – 9 метров. Специалисты считали, что аппарат такого типа летать не будет. Инженерные расчеты не проводились. Татлин говорил: «Расчеты?
Пусть товарищи инженеры не обижаются на меня. А вы спрашивали ворону, по каким расчетам сделаны ее крылья?» Аппарат так ни разу и не поднялся в воздух. До наших дней сохранился один из трех экземпляров Летатлина, и он находится в экспозиции Центрального музея военно-воздушных сил Российской Федерации в Монино. Приблизительная копия аппарата, сделанная в наше время, есть в музеях в Стокгольме, Фридрихсхафене и Пензе, где учился Татлин. Страница из «Красной книги», выпущенной к 17-му съезду ВКПБ Московским советом Всесоюзного общества изобретателей, 1934 год. Под фотографией Татлина написано: «Товарищ Татлин, заслуженный деятель искусства, художник-живописец, изобретатель в области культуры материалов, дал ряд изобретений для швейной, керамической, деревообделочной и металлической промышленности. Товарищ Татлин изобрел летательный аппарат, используя законы ритма. Летатлин. Товарищ Татлин – автор проекта «Башни Коминтерна». В ходе политической травли 40-х годов Татлин попал в число антинародных деятелей. Последние годы его жизни прошли в бедности и забвении. Татлин также работал как театральный художник. Сцена у Спасских ворот и костюмы для постановки оперы Глинки «Жизнь за царя». При советской власти оперу переименовали в «Иван Сусанин». Сцена в лесу для той же оперы. Костюм боярина к той же опере «Жизнь за царя». Эскиз матросской формы. Костюм кормчего для оперы Рихарда Вагнера «Летучий голландец». Костюмы для постановки сверхповести Велимира Хлебникова «Зангези», в которой Татлин был режиссером, сценографом и исполнителем главной роли «Нового пророка». В этом заумном произведении Хлебников представляет свое учение о звездном языке. Афиша литературного вечера Татлина и Хлебникова под названием «Чугунные крылья» в городе Царицын, ныне Волгоград. Любопытна формулировка пунктов программы лекции. Афиша доклада Татлина в Киеве. Характерные для того времени тезисы доклада. Сцена для постановки в МХАТе – производственная пьеса Александра Крона «Глубокая разведка». Лозунг Владимира Татлина. Далее знакомимся с постоянной выставкой кинетических скульптур Жана Тенгли. Здесь все двигается. Похоже, что это челюсти акулы. Какие звуки издает эта установка? При более близком рассмотрении видим черепа и части черепов различных животных. А таков общий вид этого произведения с разных ракурсов. Есть лестница и мостки для желающих осмотреть это произведение сверху. А так выглядит целиком эта установка. Виноват кинетическая скульптура. Размеры этих творений поменьше. Слишком медленно.
написано: «Для чего здесь этот старый холодильник? Открой его и узнаешь». Открыли, но ничего не происходит. Многие кинетические скульптуры запускаются посетителями с помощью ножных кнопок. Это понятно. Ты где-то по голове ударит. Холодильник по-прежнему ничем не удивляет. Некоторые кинетические скульптуры представлены в видеозаписи. Эта установка сама себе аккомпанирует. Еще одна партия аккомпанемента исполняется на фортепиано. Похоже на древний унитаз. Два зала всяких кинетических машин. Третья бесполезная попытка увидеть, что делает холодильник. Представлены скульптуры Тенгли, названные по имени выдающихся деятелей культуры, которые, как говорил Тенгли, вдохновляли его на творчество. Среди них Жан-Жак Руссо и Петр Кропоткин. А это устройство рисует вот такие картины. Еще рисующее устройство. Стулья.
выставлен фотопортрет Жана Тенгли. Макет здания музея. Около музея Тенгли установлена скульптура, созданная его женой Ники де Сенфаль, под названием «Гвендолин». Это женское имя, подобное таким, как Марилин, Каролин, Эвелин. Еще скульптура перед музеем Тенгли называется «Бетельгейзе» по имени звезды в созвездии Орион. Автор – Бернхард Лугенбюль. Мы ранее во Фрибурге видели другую его скульптуру и также перед местным музеем Тенгли, который там создан, так как Фрибург – родина Тенгли. Теперь возвращаемся на центральный вокзал Базеля. Вокзал появился здесь в 1854 году и полностью перестроен в стиле необарокко в 1907 году. Вокзал принадлежит Швейцарии, но часть станции имеет статус территории Франции и используется французскими железными дорогами. В Базеле есть еще один большой вокзал – Базель-Бадишер-Банхоф. Перроны той станции имеют статус территории Германии. Пограничный пропускной пункт раньше был в тоннеле, ведущем к перронам. Станция принадлежит немецким железным дорогам и обслуживается ими. Торговые точки в холле вокзала швейцарские и используют швейцарский франк. Такой своеобразный статус двух главных вокзалов Базеля связан с тем, что Базель находится в месте, где сходятся границы трех стран – Швейцарии, Франции и Германии. Едем из Базеля в Цюрих. В Гретценбахе, который мы сейчас проезжаем, находится буддийский храм. Он служит духовным центром для выходцев из Таиланда. Это около 50 километров от Цюриха. Отметим, что в Швейцарии более 20 тысяч буддистов. Прибыли в Цюрих. Недалеко от вокзала, на Банхофштрассе, стоит памятник выдающемуся швейцарскому педагогу Иоганну Гейнриху Пестолоцци, родившемуся в Цюрихе. Амтхаус – административное здание. На нем башня обсерватории «Урания» с 12-тонным цейсовским телескопом, которое начало действовать в 1907 году. Ходим по старой части Цюриха. Дом с интересной росписью на фасаде. Под росписью находится список владельцев этого дома, начиная с 1677 года. Дом с колоколом. Дом, где некоторое время жил Иоганн Каспар Лафатер, швейцарский литератор, богослов и физиономист, основатель криминальной антропологии. В доме Лафатера герцог Карл Август Веймарский встречался с Гёте. Сейчас здесь на первом этаже винный ресторан. В Цюрихе много мест связано с именем ирландского писателя Джойса. В частности, этот угол Джеймса Джойса. Он с семьей переехал в Цюрих незадолго до Первой мировой войны. А дом, на котором в 1996 году было написано «Угол Джеймса Джойса», существует с 1330 года. Санкт-Петер – старейшая церковь Цюриха. Церковь на этом месте была уже в 8 веке. Современный вид здания приобрело в начале 18 века. Здесь самые большие башенные часы в Европе. Диаметр циферблата 8,7 метра. Минутная стрелка длиной почти 4 метра. Книжный магазин «Бэр» находится здесь с 1832 года. В витрине игрушечные рояли. Памятная доска с видом улицы в старой части города на холме Линденхоф в 1576 году. Фонтан 1688 года. Посвящен героическим женщинам Цюриха, ставшим на защиту независимости города в войне с отрядами Альбрехта I Габсбурга, в 13 веке.
С видовой площадки холма Линденхоф снимаем реку Лиммат и часть Цюриха, расположенную на другом берегу. Лиммат вытекает из Цюрихского озера и через 36 километров впадает в реку Аре. Видим Гроссмюнстер, протестантский собор Цюриха. А это Предигеркирхе с необычайно высокой колокольней. Считается самым высоким готическим зданием в Цюрихе. То же самое на фотопанораме. Возвращаемся в сторону вокзала. Вернулись на центральный вокзал Цюриха и отсюда едем местным поездом на окраину города, в нашу гостиницу.